Сегодня у нас субботний день. Каждый занят своим делом. Съездили на рыбалку он с братом. Сестра тоже помогла. Так ей понравилось косить. Вот сейчас принялась за работу. Надо, говорит, все попробовать. Все, что здесь по терявке делается. А Игнатий Иванович карасей сейчас обрабатывает. О, Марина что-то бежит. Вот малинку принесли только что с поля. Срочно кушайте свеженькое. А вы что делаете здесь? Рыбу чищу. Сколько рыбы было? 47. 47? Да. Вот это. Сеть? На удочку. Все, последняя. Нет, ваша доля. Не жалко. Вы как сказали, тарелка должна быть чистой. Принимается. Вношу новинку. Это жир с икрой. А это... Вон, видишь, трепешится. Это у меня отдельное для кошек. Это икра. А это... Никогда в мордушку столько не ловилось, как нынче. Рыба запустили, купили. В прошлом году заплатили в Павловске там за карпа. А у них что-то там замор какой-то. И ничего нету. Дело дошло до суда. Ну и вот сказали, что потом. И нынче, видимо, за это есть. И нынче получили. Но мне не нравится карп. Вот карась, это... И какой-то золотистый карась. Это мое шило туда попало. Как же так? А вот гальян. Очень просто. Вот так вот давнул. Все. Руки трудно отмывать. Сегодня первый раз надел новые перчатки. А там... Мордушку когда ставить, намазывать решил. Перчатка такая непромокаемая. Игнатий Николаевич, давайте почищу. Нет, это не, она не для этого назначена. Нет, это опасный инструмент, береги его. Да. Вот так. Тебе надо с серпом работать. Как проводим время в деревне. Я вот чистить никому не хочу давать. У меня очень быстро получается. Я его сразу разделяю. И тут она... Вот она, видишь, где? Вот это черное, это желчь. Я сразу выкидываю. Что-то кошка съест, а остальное съедят вороны. А вы много поймали? Все, 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 все. Не допрашиваю. Смотри. А теперь... Отдельно гальяны. Притом это в маленькую мордушку попали все. Вот он пузатенький. Его так с двух сторон берешь. Раз. Ну а тут икра попала у него. И жир. Поэтому кишки туда. А икру сюда. Потом ее на тарелочку. Нет, на эту, на противень-то. Во. И главное, никогда не было так, чтобы один карась шел. Никогда не было, чтобы в краболовку были караси, всегда в гальян. А нынче один карась с плащником идет. Вот так. Ну да, слава. Удобно за столом сделали. Видишь как? Все. А это кошкам пойдет. Карась, видишь, он нынче почему осталось много? То, что в прошлом году опять поднимали плотину. 5 лет я с ним возился уже. По малому поднимали.
Она не держит, должна устояться. И что интересно, я молился всю зиму, и об этом люди знают, молились, чтобы Господь избавил от недобрых людей и зверей. Тут одолевали бобры. Вот это да. Выскользнул. И вот я приехал, и как будто накануне все звери исчезли. Прошел, проверил везде, нигде следа даже нету. А как так? Не знаю. Я верю, что Бог услышал молитву. Они плотину всю изрыли. И не на одном, а где? И на Рыжковском, на втором мостике. Да, на Комогорьях, я это в лагерный пруд считалось. Вот эти бросаю на пол пузыри. Все съест ворона, никогда не подавится. Вот так. Вот он как, живущий очень. Он зарывается, говорит, в ил и живет. Я этого карася завозили, тоже не было. Тут полностью. А посмотришь, я пойду ванне заниматься. Ну все, Игнатьич, я пошел. Давайте, узнайте, вот. Когда нам идти голосовать. Ага, сейчас, слава Богу. Слава Богу за все.